Барак на вторых ролях. В Америке вышла новая книга о президенте США. Труд представляет собой журналистское расследование и называется «На вторых ролях. Неуверенный президент и советники, которые принимают решения за него». Автор самым нелестным образом отзывается о действиях и решимости нынешнего президента Барака Обамы. Бестселлер уже бьет рекорды по продажам. Это связано еще и с тем, что книга вышла в преддверии съезда республиканской партии. Он должен пройти уже на следующей неделе. Скандальная книга также доступна в сети для бесплатного скачивания.